Есть ли смысл в положении тегов в начале или в конце, в зависимости от их частоты? Слышала, что первые теги лучше продвигать, чем что-то в конце. Все, что вы должны запомнить, все, что левее, то важнее. Мы читаем слева направо. И, соответственно, если у нас это теги, то все, что вот мы читаем вот так идет, то все, что сюда левее, то важнее. И если я просто повторю уже для новенькой, для вас там, да, мы рекомендуем, чтобы у вас было 70% это теги по касающиеся вашего видеоролика, 20% это чтобы были теги, касающиеся вашего бренда, не бренда этого, вашего канала, ну то есть общеканальные теги, и 10% чтобы касающиеся вашего бренда. Понятно?